Этим все и заканчивается в последние часы. Отрицанием потерянной любви, надеждой поговорить с ней по телефону и все исправить. Жалкое зрелище. Вы расстались не просто так, кто бы из вас не был инициатором. Телефонный звонок, ничего. Это моя дочь. И почему она не здесь? Я ушел из семьи. Когда Грейси было 6, и жена меня вынудила уйти. У меня был роман со студенткой. Любовь или секс? Ни то, ни другое. Я женился на матери Грейси только из-за ребенка. Но мне казалось, что обязательство не для меня. Как и любой ученый, я доказал себе, что был прав. А почему вы спрашивали про время? Она учительница танцев в Атланте. С работы приходит в 9. Просто хотел с ней еще раз поговорить. Вот моя история. Ну, а какая ваша? Какая же? Во многом. Я через пару часов умру. Ваш секрет никто не узнает. Если, конечно, вы не скрываете его от самого себя. Я люблю одиночество. Ну, или я убедил себя, что мне так лучше. А потом я встретил женщину в психбольнице, так вышло. Она меня изменила. И ушла. Нам лучше жить в одиночестве. В одиночестве страдаем, в одиночестве умираем. Будь вы образцовым мужем или отцом года, будущее у всех одно. Но прошлое могло бы быть иным.